Здравствуйте, с вами Марина Климова. Я хочу предложить вам мой новый ролик, посвященный особенностям взаимоотношений с дистанционными работниками. Мы поговорим о том, какая есть специфика в установлении с ними трудовых отношений, а также о очень серьезном нововведении, появившемся в налоговом законодательстве. Это правило выплаты и налогообложения компенсаций таким работникам в отношении возможности списания расходов в целях налога на прибыль, в целях упрощенной системы налогообложения, а также о новых правилах поговорим в части обложения НДФЛ и страховыми взносами таких компенсаций. Здесь очень много подводных камней, от вас требуется доработка ваших локальных актов. Таким образом, жду вас с этим вопросом на видеоконсультант.